Всем привет! Ну что, сегодня я решил смотаться в один рыболовный магазин. Помните, у меня было видео, когда я ездил в рыболовный магазин «Наутилус» на центральном рынке у нас в Воронеже, на первом этаже. Вот я сейчас хочу съездить в их же магазин «Наутилус», только в другой, во второй магазин на Ленинском проспекте. Сейчас поедем туда, кое-что прикуплю, ну и, соответственно, какие-нибудь и для вас будут приятные бонусы. Так что смотрите, а я поехал. Погнали! Так, ну я приехал в магазин. Пойдемте смотреть. Вот такой магазин. Так, ну что, я в магазине. А, собственно, я приехал сюда для того, чтобы посмотреть одежду, обувь. Ну, сейчас вот мы встретим Сашу, которого вы все знаете хорошо, и с ним вместе прогуляемся. Привет. Здравствуйте, Валер. Привет. Ну что, давай показывай, чего тут есть. Я смотрю, тут термуха хорошая. Да, как бы первый слой, все равно термуха нужна, чтобы отводила. Термуха прям знатная. Вот это прям мне нравится. На разный вкус, на разный бюджет. Термуха тут прям по полной программе. Так, ну у меня-то с термухой все в порядке, у меня она есть, а вот пойдем посмотрим курточки. Ну это Дайва, ну, понятно. Топовая Дайва на Хартексе, да. Есть на Драйшелде. Ну хороший, да. Такой вот вариант хороший, есть. О, Грин, да, кстати, да. Диван, который, вот это он, вот уже и побюджетнее, и прям... У него высокие вот идут штаны уже достаточно. Ага. Десятитысячная водонепроницаемость. Очень хорошо. И дышащая способность тоже здесь. Не, вот это класс, вот это мне нравится. А то у меня дайвовский мой костюм уже это 15 лет, но я так думаю, что скоро менять придется. Пойдем обувь глянем. Пойдем. Вот мне в лодку надо что-то коротенькое. Мне неудобно в лодке сидеть в высоких сапогах. Все-таки для лодки лучше что-нибудь вот такого плана коротенькое. И удобно будет. А то я в тапочках холодно уже. Я же говорю, прошлое видео мы снимали из другого магазина, который у нас на центральном рынке расположен. Но поскольку была уже весна, уже довольно поздняя, то меня вопрос одежды не сильно волновал. Я даже не акцентировал внимание на одежде и на обуви. А вот сейчас под осень прям очень актуальная тема. Очень. Хорошие кроссовочки, ботиночки. Отлично. Под зиму вот эти Гриспорт очень... О, да, ну. Модельки. У него подошва стоит, вибрам. Ну, да, очень надежная, мощная. Да, хорошая тема. То есть они такие же непромокашки. Да, зимой бегать в них очень даже неплохо делаются будет. Делаются они, фирма, не в Китае, а в Италии. Ну, да. Да, кстати, вот что тут есть интересно. Тут столько всего много. Мне, кстати, нужны термоноски. У меня померли все термоноски, какие у меня были в принципе. Кстати, надо подумать, я бы вообще-то прикупил бы себе. Как они? Нормальные вообще? Да, а это все на шерсти носки. Вот я бы прикупил бы так. Это значит, мы сейчас это. Ну, я для себя уже понял, то есть носки я себе прикуплю сейчас. Давай посмотрим, что у нас тут. Ну, с воблерами тут полный порядок. Ой, какая красота вот это. О. Вот это, конечно, класс. И резина вот такая хорошая тут. Замечательная. Да, вот сейчас под наши условия, чтобы вообще с минимальным заглублением, очень даже неплохо будут работать у нас по поливам. Ну а тут спиннинги, да? Ага, ну это как вот у меня. Да. Как у меня до 220. Я пока не делал на него обзор, потому что у меня еще катушка не приехала. Сейчас катушка приедет, и мы сделаем обзор на эту палочку, на вот этот Savage Gear. Обязательно сделаем. Он у меня уже засвечивался в видео, но я пока про него так акцентированно не делал видео, но палка классная вообще, супер. Здесь Nautilus Imperial, который мы разыгрывали в прошлом видео, ну, в прошлом видео из магазина Nautilus мы разыгрывали спиннинг Imperial. Ребята предложили сделать такую акцию для жителей города Воронежа при покупке любого спиннинга фирмы Nautilus при промокоде «Доктор Зай», который вы должны будете назвать на кассе,
вам полагается в подарок воблер Lucky Craft. Вот один из таких воблеров вы получите в подарок, сказав на кассе «Доктор Зай». Ну, ссылочки все будут в описании под видео. Так что имейте в виду, по промокоду «Доктор Зай» при покупке спиннинга «Наутилус» воблер в подарок. Так, ну тут у нас все. Ох, да, вот эти двойники, кстати, отлично. Вот, вот, вот я ловлю же. Сейчас вот этими двойниками, кстати, хорошие. О, красота! Вот, кто меня спрашивает, где купить головки с очень крупными крючками. Вот вам, пожалуйста, смотрите. 12-0 крючки. Вообще шикардос. Вот 10-граммовая голова с крючком 10-0 под крупную резину. Великолепно. А вот монументальные офсеты. Вообще супер. Тут все понятно, тут все очень-очень вкусно. Да, тут вообще, гляньте-ка, Саваш Гировский. О, какой угорь. Мама родная. Возьмешь что-нибудь, мы потестируем. Просто у тебя спросят, какой приманка ловил. Ты так, да ну, по локоть примерно. Примерно, да, по локоть. Мы планируем с Сашей на следующей неделе поснимать видео про ловлю щуки на крупные приманки. На большие будем. Саш приедет ко мне, и мы будем снимать. Так что я так анонсирую немножко. Давай посмотрим инструменты. Я, кстати, в прошлом видео вообще мало уделил теме инструментов, а сам вот начал пользоваться. Вообще класс. У меня вот такие. Вот я сейчас вообще им постоянно пользуюсь. Они у меня в лодке лежат прямо под рукой. Вообще класс. И вот эти ножнички у меня вот тоже есть. Очень удобно. Прямо вот сегодня на рыбалке даже кольца разжимал. Плетенку вообще режут шикардосно. Вот имейте в виду, ножнички классные. О, кстати, рыбочистка вот эта хорошая. Я ей пользуюсь постоянно. Реально, ребят, я вот, например, последний вот уже второй год вот этой рыбочисткой вообще всю рыбу чищу. О, чистит шикарно. Помнишь ты, где шнур взять? Ну, а где шнуры? Какие приехали шнуры? Вот смотри, вот 12-жильный, например, Страйквайер. Опа. Вот 8-жильный. Опа. 0,36, 34 килограмма. Слушай, да супер вообще. Это вот 12-жилка. Открой, пожалуйста. Это вот 8-жилка. О, какая тема. Ребят, вообще бомба. Какая тема. Дай вот, чтобы свет был. Он скользкий. Он, кстати, не сильно мягкий. Он как раз-то под мульт. И это вот 12-жилка. Есть 8-жилка. Тоже приехал только недавно. Он у нас мультиколор идет. Ага. Разноцветный. Ага, разноцветный, да. Тоже класс, тоже под мульт. Вот, вот это надо наматывать. Вот это реально надо намотать. Юзурики, у них побюджетная цена. Он BFPE. Он тоже у нас идет гладкий. Да, тоже. Тоже под мульт вообще супер будет. Да и под мясорубку будет хорошо. Но под мульт прям будет вообще бомбезно. Вот это я точно себе намотаю на мульт, когда ко мне мульт приедет. Ну, кстати, Dragon Fishmaker, который я многим советовал. Хороший шнур, тоненький есть. Ну, с катушками полный порядок. Тут дайва. Тут вот мульты. Вот, кстати, БФТшки. Под крупную резину, под мультипликаторные палки, да. Под сачок-то, под серьезную рыбку, ребят. Да в этот подсак тебя можно самого упаковать полностью. Я думаю, что тот сом, которого я поймал на прошлой рыбалке, в этот подсак бы влез. Правда, все равно бы я его не поднял бы этим подсаком. Вот, кстати, между прочим, многим рекомендовал, как я уже говорил, спиннинг Nautilus Bastard, ребята, показываю. Вот, 6,7 до 28 грамм. Смотрите, классный твичевый колыш, прям вообще бомба. И ценник, сами видите, какой. А еще и воблер. То есть не забывай, по промокоду «Доктор Зай» будет воблер. И, кстати, вот он гриндер, который был у меня в прошлом видео. Это до 21, а вот этот до 28, которым я ловил в прошлом видео. Вот так вот. Так, ну ладно, для жителей Воронежа у нас уже есть бонусы. А чтобы было не обидно всем остальным, ребята предложили сделать розыгрыш. То есть мы разыграем 3 воблера. Давай воблер. Вот Саша выбрал 3 вот этих воблера. Лично Саша выбрал. 3 цвета топовых. Да, 3 цвета топовых, самых классных цвета. Lucky Craft Pointer. Для того, чтобы получить этот воблер, надо под видео написать фразу «Хочу воблер».
И вы будете участвовать в розыгрыше. Розыгрыш, как обычно, проведем через 2 недели после выхода этого видео. Все ссылочки будут в описании под видео. Вот 3 таких замечательных воблера. Так что у всех есть шанс поучаствовать и выиграть воблер. Так, я чуть не забыл про носки. Вот я возьму. Так, я еще карабинов возьму, а то у меня закончились. Вот эти штуки под крупную резину. Ну, у меня крупки. Есть несколько Иди штук. Если в обычный пикшет джуниор, то эмки. Если пики 90-граммовые, плата вот от 96 грамм, то уже эльки. А если шварцзонгер резина, которая мягкая, однозначно вот этот размер. Потому что маленькую вырывает просто. Ты же когда бросаешь крупную резину... А шарик зачем тут? Вот этого я не знаю. Так, вот. Да, кстати, если кто-то знает, для чего эти бусинки, напишите, я хотя бы знать буду. И, как говорится, азасим, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте все, что хотите, участвуйте в конкурсе. Все ссылочки будут в описании под видео. Пока. Я пошел на кассу.